Продолжаем и к другим темам мы переходим. Александр Кокорин попал в неловкую ситуацию во время эфира детской передачи. Нападающий питерского «Зенита» и сборной России не смог вспомнить, кто написал «Му-му». Сначала он предположил, что произведение написал Лермонтов, но когда ему сказали правильный ответ, признался, что не читал Ивана Тургенева, и ему за это не стыдно.